Да. Джоди, привет, это Райан. Райан? Скажи мне, ты получила мое письмо? А, что? Что? Какое? Я 3 дня назад тебе кинул. Ты знаешь, у меня вообще-то проблемы с компьютером. А о чем ты писал? Вообще-то про ужин сегодня в модном ресторане. Ну, теперь уже поздно, так что, может, в другой раз? Черт. Черт, как жалко, я... Ну, а хочешь, приходи сегодня ужинать ко мне? Как раз посмотришь на мою новую квартиру. А, можно, но... Давай 8 часов. Ну, ладно. Обещаю принести хорошее вино. Все, жди. Ясно, зачем ты комп спалил. Чтобы запороть мне свидание. Какое твое дело, Айден? Я сама решу. Заткнись. Заткнись. Мы это уже проходили. Я не твоя собственность. Я буду встречаться с кем захочу. Это моя жизнь. Ты слышишь меня? Это моя жизнь. Знаешь что? А по-моему, Райан классный. Он умный, обаятельный, смешной. Я почти влюбилась. Я в курсе, что случилось в мае. Спасибо, что напомнил. Райан не такой. Так, ладно, 7 часов. За час надо убраться, одеться и сделать ужин. Грязное белье в корзину в ванной. Так, сюда. Книги. Так, их на полку. Ну вот. Хватит, Айден, что ты как маленький? Так, мусорка на кухне. Господи, а как же ужин? Надо хоть что-нибудь приготовить.
Нужно что-то, что можно приготовить за час. Из тех продуктов, что есть. Острое мясо. Китайское блюдо. Вроде даже не сложно. Курица карри с печеными овощами. Тут нужна духовка, но вроде просто. Пицца на заказ. А что? Без особых изысков, но зато готовить ничего не надо. Это вариант. Да. Мясо по-китайски, а что, экзотика? Только главное не накосячить. Спасибо, Айден. Ну, вроде все. Нагрейте вок. Черт, не успела. Иду. Молодец, Айден. Обхитрил меня. Теперь открывай. Айден! Ну хватит, открой быстро! Хочешь поиграть? Поиграем. Зря стараешься, Айден. Ты мне свидание не испортишь. Ужин еще не готов. Чем я его угощать-то буду?
имбирь. Он же афродизиак. В рецепте его нет, но... Щепотку лишним точно не будет. Немного саке. А готовить не так уж и скучно. Райану должно понравиться. О, да, очень смешно, Айден. Надо же, какая романтика.
сейчас, минутку. Я черти в чем. Ладно. Надо просто быть собой. Действительно, ни к чему вешаться ему на шею. Можешь даже не стараться. Слышишь? У меня будет свидание. Точка. Айден, будь другом. Для меня это важно, я на тебя надеюсь. Шато Марго 2001 года. Продавец сказал, очень хороший год. Правда? Здорово. Садись, я принесу. Ну, чем вино открывают? Классная квартира. А? Да, спасибо. Айден, твою ж мать! Давай открою. Нет, нет, я сама. Окей. Спасибо. За новоселье. За новоселье. Ты давно переехала? Неделю назад в управлении подобрали квартиру с мебелью. Если честно, никогда еще не жила одна. Сама по себе. Мне это как-то непривычно даже. А вырос ты где-то здесь? Нет, я из Орегона.
Ничего, это Айден расшалился, не обращай внимания. Мне надо пойти посмотреть, как там ужин, а то, признаться, готовить я только учусь. Помочь тебе? Нет, ты посиди, лучше вина налей. Ладно. Ага. А, мясо по-китайски? Да. А я в Китае год служил. Обожаю их кухню. Ну, будь готов к худшему. Я, считай, второй раз в жизни готовлю, и первый лучше не вспоминать. Вкусно. О. Хорошо, я очень старалась. Мы с тобой работаем вместе уже. А с родителями ты общаешься? Сквозняк. Это так и должно быть? Да, все нормально, просто Айден слегка нервничает. Ерунда, правда. Скажи, а Нейтан так и не выяснил, откуда у тебя эта связь? Джоди, Айдену явно что-то не нравится. Одну секунду. Задолбал своей ревностью. Так что лучше бы ты валил в свой гребаный астрал или куда там и не мешал мне жить. Катись отсюда. Ты слышишь, урод? Проваливай! То есть он здесь сейчас? Слушает нас? Но... Ерунда. Это, наверное, просто тарелки. Я их оставила на краю. Черт. А Айден злится, что я пришел, да? Да плевать мне на Айдена. А у тебя здесь есть родные? Нет, мои родители живут в Орегоне. Черт, Айден! Ты уже задолбал! Наверное, я пойду. Нет, нет, Райан, стой! Нет, Джоди, слушай. Он слишком ревнив. Думаю, надо вам что-то решать. Слушай, Джоди, мы ведь не торопимся. Давай пообщаемся, узнаем друг друга поближе. Может, Айден привыкнет и успокоится. Ты доволен? Добился своего. Теперь ни с кем не надо меня делить. Я надеюсь, что ты охеренно счастлив. Давай, пари там в своих эфирах и любуйся, как я плачу. Ненавижу. Ты слышишь? Ненавижу тебя.